Всем привет, народ! Это Михаил, канал Video Game Addiction. Для Overwatch вышло новое дополнение, посвященное летним Олимпийским играм 2016. И в это дополнение входит как новый режим потасовки, так и, следственно, новая карта. Кроме этого, появились всякие новые графитки и новые скины для героев. Давайте сразу же посмотрим скины. То есть для кого у нас появилось? Для Луси у нас, понятное дело, появилось. Это образы нападающих, в которых он будет играть в новой потасовке. Также у нас появилась Назарю. Вот образ, точнее скин штангистки и чемпионки. Ну, тут она даже женственнее выглядит, потому что на этих она выглядит как танцуха какая-то. Так, и по трейсеру у нас появилась по этой маленькой заразе. Так, вот, спринтер. По мне так очень прикольно выглядит. ГБР. Так, и легкоатлетка. Ага, вот у тебя тут фирменный флаг, отлично. Так, и для всех еще добавилось. Точка. Граффити, во. Вот такое вот. Оно всем добавилось. Еще вроде бы было спецграффити для каждого из них, но что-то я вот их поискал и не смог найти. Возможно, они появятся позже, но этого я не знаю. Также, да, в коллекции... Или не в коллекции. А, в игровом профиле можно поменять значок на вот такие Олимпийские игры. Давайте же сыграем все-таки мы с вами одну потасовку в Лусио Боле. Так, Лусио Боле, ага. Размер команды 3 на 3, герой Лусио, длительность матча 4 минуты, забивайте голы, чтобы победить. Погнали. Напоминает это вообще вот эту моду, которая пошла добавлять в футбол, там во всякие типа вот World of Tanks, помню, там что-то с мячиками добавляли, вот и тут подхватили эту же эстафету. Ну, давайте же посмотрим. Я уже сыграл один матч, и на самом деле это, ну, действительно увлекательно. Разбавляет игровой процесс, который, ну, приедается уже окончательно со временем. Я думаю, вам должно понравиться. Добро пожаловать на летние и трейс. Дойс. Ум. И мы начинаем матч. Вот, играем мы 3 на 3. В каждой команде по одному Лусио. Гол, отлично, только у них вратарь стоял, тупил. Тут также можно ускоряться с помощью своего музыкального пистолета, гонять этот мяч или просто его кулаком бить. Но тут вот есть голы, голевые пасы, сейвы и перехваты. Увеличим громкость. Где он? Вы это чувствуете? Где он? Отгоняй. Не круто. Да, это было не круто. Ты забил сам нам, идиот. Еще я столкнулся с такой проблемой, что я этот мяч зачастую не вижу, что он просто где-то в нигде улетает надо мной. Я пытаюсь его найти, из-за этого получаются лютые затупы. Дойс. Ум. Добавим звука. Так, где он? Вот опять вот так было. Так, я на воротах. А, вот эта музычка, пам! Так, отлично. Отвали. Спасли, но сейф мне не дали. Добавим звука. Так, они там все добавляют звука. Прибавим звук. И... Так, прокатилось, отлично. Делаю погромче. Так. О, вот эта музычка панки. Так, отлично. Отбили. О, вижу их. О, врача мне. Врача ему. Увеличь громкость. О, вы это чувствуете? Погромче. Черт. Где он? Вы это чувствуете?
Отвали! Где он? Черт! Ух! Нет, где он? Фух, сейф. Ну не мне, походу. Да, не мне. У меня золото за что-то другое, я не вижу, что. Да, кстати, пунктовать можно. Я ударю! Я покажу, как. Вот так вот и все, я не знаю, что это тут для. Вон все начали ультовать. Где он, зараза? О! Черт, а? Так, а у меня золото за перехваты. Отлично, неплохо. В прошлый раз у меня за сейвы было золото, я тестово играл. Трейс, дойс, Погнали. Так, они там все заультовали. Не заультовали. Точнее, имею в виду, там спидбуст включили на максимум. Вы это чувствуете? Увеличить громкость. Так, давай, давай, давай. Эх. До конца матча остается 2 минуты. Чувствуете? Черт, мы проигрываем. Сейв. Опять сейв, давайте. Прибавим. Где он? Блин. Нет, 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 нет. А, вот это мужичка. Ты идиот, ты забил нам. Не круто, все понял. А, ты такой придурок. Ох, рак. Вот, вот он, об него мяч ударился и закатился в ворота. Просто бриллиант. Но мы не успеем уже забить однозначно 3 гола. Остается всего 30 секунд! Ребята, вперед! Вы это чувствуете? Давай, посади мне, скотина! Не успеем! Вы это чувствуете? Эх, проиграли мы, и то потому, что наши товарищи-тиммейты забивали сами себе голы, идиоты. Лучший момент матча. Ну-ка. Да это рэндом вообще чистой воды. Звезда матча! Давайте средний поставим. Еще самое интересное, что за это еще опыт дают. Ну, 5 перехватов и один сейв все-таки мне засчитали каким-то чудом. Вот такой вот новый режим добавили в Overwatch. Надеюсь, вам это понравилось. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока и удачи!